Добрый день, дорогие друзья! Мы в тигрином уголке парка Львов-Тайган. И вот красавчик. Вот, поприветствовал вас всех, друзья. Красавец Султан, белый бенгальский тигр. Это брат Раджи. Раджа еще более такой представительный, очень мощный тигр. И они соседствуют здесь. Рядом вольер Султана, Раджи и еще рыжих тигров. Тут несколько вольеров так компактно расположены. Тигриные вольеры. И когда заходишь в этот уголок парка Львов-Тайган, то действительно такое ощущение, что попадаешь в царство тигров. Вот они. Тигр огромный такой лежит. Вот так вот. Поприветствовал зевком. Это тигрица. Все упитанные такие. Хорошенькие. Вот. Отвернулась так. Деловито. Делают вид, что вроде бы и не замечают пришедшую в гости Елену Желябову к ним. Но на самом деле вот именно такими движениями они свою заинтересованность проявляют. Тигры такие, ребята, очень своенравные. Виду, как львы, радостью своей не вот такую не показывают. Но, как мы видим, что всех узнают, кто часто бывает в парке, как Елена Желябова. И, конечно же, приветствуют. Вот, друзья, Раджа со своим соседом так переглядываются. Два вроде бы и не конкуренты, потому что ограждение не позволяет им встретиться никогда, но в то же время визуальный контакт у них ежедневный. И ходят, меряются взглядами, своим мощным рыком иногда. Ну вот, сейчас Леди Ди ушла в вольер. Раджа прогуливается по-хозяйски, по своему вольеру. Посматривает то на этих тигров, то на своего брата Султанчика. Общаются на своем тигрином языке. В общем, здесь им совершенно не скучно. Что ж, друзья, большое спасибо за видео Елене Желябовой. Всем мира и добра. Пока-пока.